ты не общаешься, вообще не по-бельгийски. Не по-бельгийски. Какой-то бомж под забором вот тебе. Сейчас, блядь, начнется. Где? Да, успокойтесь. Лопасос где? Релок писал? Или чё? Ничего не писал. Навка. Не успевайте трэшбить милики. Стойте на месте, ждите его. Там примерно через 5-7 секунд он все равно появится. Обратно вот придется базу. Бежать. Там кил. Анкил. Все здесь. Че ты не максимально сосредоточились. Вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. По трэшу играем, оперативно. Приверженность. Другой трэш, милишники. Вы не фанатика культа должны бить, а приверженность. Контроль. Трэш 5 секунд. Хорошо, играем. Контроль. Готовимся. Сконтролили. Другого моба. Хоту законтролили. Всех законтрольте. Овцу дайте походу. Овцу походу. Все. Он видит. Приверженцы добивайте. Пока щит не повесил. Трэш. Он будет трэш. Приверженец на лестнице. Приверженец. Приверженец в центре. Че, еще будешь придираться, что ли? Да тихо. Я говорю, и там еще есть. Успокойтесь. Лишний флот убрали, пожалуйста. Говорим только по делу. Контроль дали. Нечем сбить кость. Прохил, 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 прохил фото. А диспольте шамана. ВР, серебан, дай походу быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Стали пробафали. Пробафали. Контроль. Я в контроле под бурстами. Контроль мне. Контроль мастера. Лишники, помогите. Трэш 3 секунды, по сторонам разошлись. Контроль. Контролем, контролем, контролем.
Угу, отлично. Фанатик РДД. РДДшники, сыграйте по мувам, алло, слева. Трэш 5 секунд. Стопнули по боссу. Потом надо будет, когда трэш почти умирает, перевести босса 700 тысяч. Контроль. Секунду, сколько там у босса? 3%. Быстрее по трэшу сыграли. Я в контроле. Мастерала, контрольте. Контроль закончился, добивай. Фанатик РДД справа. Переводите босса. Перевели, 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 перевели. Вливаем трэш. Все в трэш. По трэшу слева играем. Геру срок. Геру, есть? Гера 3 минут. Не забудь. Не забудь кинуть. Духов следим, контроль. Контроль раздали. Контроль раздали. Духи. Духи, духи, духи. Не забывай. Мне трэш. Вижу. Так трэш. Вы этот трэш вообще не должны бить. Алло. Милишники, следите за трэшем, который вы бьете. Или зона дух. Трэш, секунда. Гимн на ману есть? Бам-бам, играем. Шансун, гимн на ману, дай. Контроль 2 секунды. Быстрее все в трэш. По трэшу играем. Лока, контроль. Контроль раздаем. Духи, 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 аккуратно. Духи взяли. Бежим от духов. От духов отбегайте, ребят. Трэш 5 секунд. По мобам. Духи, бежи. Прист, беги, хиль. Контроль. Стопнули ОЕ, контроль. Молодцы, как ваши, то у меня три. Надо рез. У меня ревостный прогнул. Джура добавит. А мос обернул, отлично. Вставай. Дали баф по прыску. Шансун на хп. Духи, духи. А, нормально. Ну если меня сейчас не зовем каши, тогда убью. Трэш. Трэш играем. Контроль. Сейчас с контроля выйдут люди, только тогда дашь Гера. Да, да. Контроль. По-моему, вас давили. Гера, отлично. От духов отбегайте. Бежим от духов. Дал прожилку на всякий случай. Готовимся по трэшу. Секунду контроль. Духи у леди. Мурбетер на хп. Помогам, 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 играем. Захиливаем хил. Алло, рейд захиливаем, духи. Играем чисто по леди. Чисто все в леди играем. Дурайда, Бэйри, Ашу. Ашу и Бэйри. Духи возле леди. Контроль. Готовимся. Духов, контроль. Сука, надо отбегать. Меня законтрольте. Меня законтроль. Играем чисто снял. По боссу. Чисто по боссу играем. Замороженный был. Духи.
Чисто по боссу играем. Пилки. Чулан. Давайте. За что ты ролите пост. Чулан, да? Чулана, да. Да, пососу давай. Отдался он тебе? Ты видишь там надпись друид? Есть там надпись друид. Да, да, там же после обновки. Нет. А Грудак, вы будете сейчас ролить? Все, мы будем сейчас ролить или нет? Да, все будем сейчас ролить. Так ты сначала разроль. На рейдке, да? Ну, давай ему. Спасибо. Без своего хента. Очень потный бой, блядь. Он на минор апгрейде. Линкани, пожалуйста. Че они? Линканул. Ребят, пока трэш бьем, можно отойти 2-3 минуты? Немалому надо покушать сделать, положить его уже спать. Конечно, конечно. 2-3 минуты. Конечно. Надо кому-то. А чё Лок так переживает? Думаю, что он может выебнуться, блядь. Сейчас мы с Окей посмотрим. Тут как бы ДПС не меряется на этом боссе, здесь берет контроль. А он думает, что меряется. Так, разролил. Пускай, все. Пускай, думаю. Так. Все, все тут танки, да, блядь. Ставлю групповую. Блин, просто шмотки не нужны, наверное, надо сразу себе забирать, да? Тут долго так сижу, спотыкаю на эту таблицу. О, а как я оказался в третьей под... четвертой под ДПС? Ничего себе. Пишу, я умер. Ты с пола умер, что ли? Не, в конце на контроле. Меня задолбили нахуй. Ну типа корабли. Корабли я успею, мне на сурках кто-то сможет зайти? Мне пояс нужен. Я даже не знаю, шейп. У кого пароль твой есть, у мастик? Медвея, у Сеча. Просто это вопрос двух окон. Не, ну пусть же два окна залетит, типа. Он не против. Окей. Это реально босс сложный очень, потому что... Я не знаю, здесь на цирку, на сервисе что-то подкрутили, потому что... Активация вот этих вот щитов... По-моему, она попозже чуть должна быть, тут быстрее она происходит. Ну это как с вихрями на совете. Они реально там появляются, пружинка. Можно отбежать, там секунды
наверное, 5 секунд есть, 3-4, не знаю. А тут только одно подхватили, что они на циркуле. Если бы было бы на циркуле, это был бы вообще изи босс. То, что ордодашные мобы не сбегаются к остальным, а стоят на месте. Ты что имеешь? А так, если бы они казцили, то... Не, если бы они все сбегали с центра, как на циркуле, да. Берешь бомжей и заливаешь маслом, все. Там проблема в том, что мобы еще находятся в большом рендже, а ты в миле их бьешь. То есть это проблема именно зрительного характера. То есть человеку не так просто сразу понять, как должны стоять мобы, чтобы кливаться. В джетпаке берем 4 плюса в пушке. Джаланик, Назарук, Шамсунг, еще один. Серебан, вперед. Джаланик, Назарук, Шансунг, Серебан. Чек на готовность. Баф проверили все свои. А ты где вообще? А, этот как его? Шкаф. Давид, я понял, 1,7% дамага. Ты у меня посмотрел? Да. Так это не тот босс, на котором надо смотреть. Живи еще. Деда и Беттер. Ну чё мы там? Деда и Беттер, я не пойму. Шкаф дали? Сумуньте. Назару где? Вон он. Чек на готовность. А зачем тебе Каназуру? Все готовы, заводи. Кто готовый? Серебан отошел. Все готовы. Я ж сказал, я пришел, извините, что так долго. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Крабу тут намного сложнее, чем на циркуле. На циркуле там вообще один перелет. Что сложнее? Дольше. Какой танк летит на тот корабль? Левинар. Видите? Что это там вдалеке? Джилс есть у кого? Плюс в чат. Только мамонт есть. О, мамонт, мамонт. Стой, с мамонта не только не слазь. Угу, спасибо. Сейчас вы ответите перед Солфрангом! Двигай свою колонну, это мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Есть пара пыль! Кто-то, сержанты, бой! Не стопите! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Прыгнули. Сука, я ранец не одел. Ну, тебе ему был. Главное, на панель выставил, сука, одеть не одел. На свой корабль. Пушки по дальним оружейникам, вы чё? Я знаю, как переходить. Прыгнули. Огонь!
Мага убили на свой корабль. Прыгнули. Прыгнули. Заклинатели сюда, пусть замортирщи. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Мортирщики, ошейники, огонь! Ошейники, огонь! Прыгнули. На свой корабль быстро. Оружейники, огонь! Обратно вернулись. Что, с печати по меню или нет? Ну, зачем еще? Зачем вы тут смотрите вообще ДПС? Это же трэш. Не, ну все равно надо же ДПС. В трэш тоже важен ДПС. Че он меня утащит? Ой, блядь, я их забыл. Вот это говно лутно. Че, ни одного сколкана? Не знаю, вот он есть один. Блин, в конце с мастерством. Хороший кольцо на ры... Короче, я полетел. Глыхпы. Ну, пароли лейбл мне не так мастерство, вот это, но я не сука, чтобы вот это забирать пешу. Мастер, слышишь, а если у меня такое кольцо с обычки, за сколько оно ГПУ? Отними от Геровского, а нахуй мне? На дис? Ага. Дай мне его туда. Ну я даже за ГП могу забрать. Как на заруб? Да. Ну или просто Акад. Так, линка необычная. Дай мне. Ну, но ну, мне, посмотри, сейчас. 275, мастер. Так, это 389, да?
Я по наручу забрался, то. Так, сделаем. А, не, наручу не надо. Назерук. ГП. 275. Что я, блядь, делаю? Сколько там геровская? Сейчас. 308. Геровская 389. Чек на готовность, рыбу поеду. Класски. Попиваем. Оперативник. Я уже все стал нахуй как надо. Линкану, а чё линкану? У тебя есть этот кто? Одна банка на броню. На броню? Угу. Вот вы наручи забрали, шарпи его, это они вам нужны? Да. А чё без ГБ, без ничего? Я начислил. Иди, чувак, она наводит на ручи шарфи. Надо подождать. Пусич, ты зашел за шейку? Не, ну авойду. Я их распыли. Кого? Наруч. Дашь мне за 10%? Я за 10% заберу. Заберу за 5. Ну так, а почему в табличке вы не нажимали? Ну, я думала, какому-нибудь ТД надо, а я танк как бы. Думать не надо, блядь, надо взять. Ну так, есть опция, кнопка. Ну дай кому-то, блядь, кто там выше, Алиса, забирайте. Кидаем роу. Ну, а если они двое кидали вообще-то, за 10% они, блядь, тогда не заберут. Нахуй. Кидаем роу. Офспек 50. Это за 10 сейчас будет роу? Нет, за 50. Если двое ролят, тогда не будет за 10. Ну да, давай дай лучше ему за 10. Мотку, и все будет, конечно. Дайте этому за 10. Все свободно. Пиздец, вы заебали. Так, что, все тут, нет? Пусть ты зашел на шейку. Да. Геру, да. Прям с пула давай, все. Так, ну ты за него, да, правильно? Все готовы, заводи. Ну понятно, что не сразу, через пару секунд. Ты чё, блядь, гиперактивность или чё, рыжая хуйня? Вот, пиздец. Рыжий кот, это вообще жесть. Ну то хилят куда не денешься. Слинкую тебе, блядь, ёбаный. И ты смотри, если будет рейд просаживаться по хп, тебе надо будет свичнуться на полный вендар. Слинка не за 5 секунд, хорошо. Вот я у тебя банку попросил и не выпил, понял? Сейчас выпить, потом выпьем. Да блин, там надо на хосте лучше не выпить. Оо, блядь. Эй, ты больше. Ну ты даешь. Это косяк, конечно, на полный винар. Очень хреново. В прошлом не давали, так знаю, нам здесь решили заранее. А чё ты у него плохой? Алис, дай бомбу. Он вам играем.
Кроме рок все играют. Оперативнее, по-моему, точно. Шарпи, дай бомжи. Бам-бам. За рук стакай доску. А ты не хочешь стак? Я тоже стак. Я не вижу. Вот сейчас один раз ты стак. Да не, я постакаю без проблем. Не, ты правильно делал, Дим, чё, не помню. Обновил просто. Алабам. Мастер, а кто будет в приоритете выше? Тот, кто ролит типа шмотку, которая у него есть с обычки, или кто просто на... Оба в одном приоритете. Бам-бам, играем. Бать, да берсуки мне. Вам. Да, что ты, блять, не тонна. Посадка просто сильная идет, а. Когда долго бьем. О, да. Вот мне нажимать что, минор апгрейд, если у меня есть апгрейд? Блин, точно, минор апгрейд. Ладно, ребят, всем пока. Пока. Это кто? Это Макан Кил. Кто? Макан Кил. Понял, блядь. Там пуху выставить на ролл, алё. Кого выставить на ролл? Запы, то ж рога есть, а лот. Он, но походу он их и забирает. Ролл, где у меня, блядь? Где у меня ровно? О, блядь, мега ровно.
Ой, дай сапы за 10. Нет. Если двое людей хотят брать за 10, за 10 вы никогда не заберете. Если бы один, только тогда. Ну, он не хочет брать. Давайте есть за 10. Ну блин, что за бред? Что, лучше распылить, что ли? Да. А вы хотите запястья распылить? Не эти запястья, ладно. А, чё? Воль, отдай мне вторые за фул. Какой у тебя ник? 81к это вообще нахуй тебе. А я тебе первые дал, по-моему, нет? Да. А зачем тебе за фул вторые? Ну я отдам, подарю. Покажу пример, как пользоваться ИПКП там. На руку запад дай. Не, мне не надо. Давайте этого вина. Сука, для чего вам ИПКП лутмастер? Я так никогда не пойму нахуй. Там нет тут надписи третий спек. О, вот грит именно, нахуй, да. Для чего вам нахуй? Грит это распылить, я же ему всегда грит на весь шмот, алло. Ой, где пятая кнопка нахуй, надо вести, блять. Не, ну там реально нет кнопки, третий спек. Поставь 5 кнопок и приведи третий спек. Так, loot and roll, чё, зайдёт Анкил? Анкил ушёл. С концами. Он же рано уходит обычно. А, loot and roll? Тоже. А вот он ром в классику. Сколько там ЕП будет за 4 босса? А чё у нас ром? Назад кто-то про нас. А, назад? Да. 4 босса это... Так, где? Раз, два, три. 600. 900, 1800. У нас минус 2. И дальше всем начисляй. У него просто вреди не было. Смысл сейчас добирать, мы будем, блядь, полтора часа двух людей. Пойдем зеленому баблу закроем за ебучий. Есть КД, Зулджин жив. Пошли, я пойду. Он онлайн хоть зеленый бабл? Плюс на Зулджин. На максимум 2 вагона. Тёма, ты пойдёшь? Ну камон, какой я вагон? Я 12к плюс даю. Мастер. Не, я просто говорю. Я... Чё, мастер, вот, Тёма, я босса, ориентир. Вы тут? Я тут, мне надо зов, так что иду. Такой вопрос, когда вы допронос будете собирать? Завтра. Завтра. Такое же время, как и...